Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на предприятии «Адани». И в знак признательности примите от нас этот букет цветов. Спасибо. Почему «Адани»? Компания «Адани» название основано на английском выражении «Advanced Analytical Instrument». Это направление, с которым начинала деятельность компании в 1991 году. Да, ну что ты нового придумал? Мы все время придумываем. Наш модельный ряд, то, что мы производим, он превышает около 100 единиц различного оборудования. И, как вы знаете, где-то 80-85% мы экспортируем, но в Беларуси представлено большое количество нашего оборудования. Основное наше первое направление – это приборостроение. В этом году у нас за 2 месяца 108% экспорта. И, в принципе, в этом году мы собираемся фактически даже в два раза увеличить объем нашей продукции. Мы не фокусируемся на суперуникальной технике, мы фокусируемся на массовое использование. Это является более актуальным. Это уже во многом экспортного класса, который позволяет диагностировать молочные железы, не только на уровне там, 50 микрон, а позволяет вот так называемую послойную томографию мировой уровень, потому что мы сертифицировали в том числе и в Соединенных Штатах. Мы имеем 5 офисов за рубежом, 2 в Соединенных Штатах, в Лондоне, Китае, в России. Очень успешно. Сегодня мы в России уже занимаем 4 место. Но они в основном продают, да? Да, это только продают техническое обслуживание. Без этого невозможно. Невозможно продать на краю земли. Изготовлением единичных мелкосерийных изделий, какой-то оснасткой технологической, экспериментальными и макетными образцами. Мы ищем какие-то новые применения и шаг за шагом двигаемся вперед. Я иногда говорю, что Америка покупает, значит, это очень нужно. Конечно. Мы делаем, создаем такие технологии.